Добрый, здравствующий день, дорогие друзья! Я сегодня хотела бы поделиться замечательным, просто чудо препаратом, бальзамом Инюшина. Моя семья и семья моих знакомых, моих детей давно пользуются уже продукцией Инюшина и гидроплазмой, и полимодулятором, и вот этим чудо-бальзамом. Вот вы, наверное, видите, он у меня пустой, потому что я уже сейчас собираюсь заказывать следующую баночку. Мы просто не обходимся без него. Уже из много-много примеров в моей жизни, когда он просто выручал. У меня у самой после операции шов не заживал в течение 4 месяцев. Подгнаивал и подгнаивал. Вы не поверите. Когда мне порекомендовали бальзам Инюшина, я помазала ровно 4 дня. Через 4 дня я забыла все мучения 4 месяцев. Потом мы попробовали его применять внучке. Внучка родилась у нас, и почему-то очень сильно были раздражения от подгузников, под подгузником. Конечно же, брали там миллион мазей, каких только не пробовали. И все равно, вот чуть-чуть сходит, и опять раздражение. Памперсы меняли. Попробовали, хотя в инструкции там не написано по применению детям. Но мы как бы рискнули, думаем, ну что, что там, ну помажем. Помазали. Помазали на ночь. Утром просто были приятно удивлены. Гладкая розовая кожица ребенка. И практически, я говорю, мы уже отошли от других всех мазей, когда какие-то ранки незаживающие, применяем однозначно бальзам Инюшина. Пару раз попробовала, там было написано в инструкции, втирать в болевые места. Попробовала как-то желудок, немножечко прихватил желудок, и думаю, ну, написано, дай попробую. И я прям массирующим движением начала втирать. Слушайте, я не знаю, как он действует, что там за энергетика в этом бальзаме. Но то, что какой-то ушел спазм и какое-то напряжение ушло в этом месте, болевые ощущения, это 100%, я вам говорю. Поэтому рекомендую. Я предполагаю, что те, кто смотрит сейчас ролик, ну, не случайно, наверное, требуются какие-то моменты для более полного здравия. Попробуйте. Попробуйте, вам действительно покажется, что это чудо. Потому что но много сейчас всего на полках, реально много всего. А вот этих вещей, которые, я не знаю там состав, одному академику только известно, Инюшину. Это, конечно, золотые руки, золотая голова одаренная. Но то, что он вкладывает туда какую-то положительную жизненную силу, это однозначно, потому что, ну, я не знаю, если, ну, наверное, Всевышний помогает в исцелении, и, наверное, как-то вот здесь заложена вот энергия Всевышнего для здравия людей, конечно же, для здравия. Будьте здоровы, дорогие, и берегите себя и своих близких. И помните, что наш внутренний свет всегда с нами. И пусть этот свет излучает каждую клеточку нашего существа и идет за пределы нас и одаривает всех тем, кто рядом с нами. Делитесь, делитесь своими чудесами, делитесь своими исцелениями, и вы поможете и себе, и другим. Благодарю.